там свадьба турецкая. Приехали к Девичьей башне сделать, видимо, фотосессию. Жениха почему-то не видно. Невеста только. Вот и жених пришел. Я не понял, что он сказал. Да все, уже фотографирование окончено. Все, все двинулись. Нам помахали ручкой. Да, вот. Много людей. Много людей, да. А вот травертины уже зажглись. Зажглась подсветка. Но еще не сильно темно. Поэтому, может быть, не очень хорошо еще видно она.